В аэропорту Алматы участились случаи провоза оружия и боеприпасов. За два месяца этого года задержали 19 человек. Их привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение, передачу или ношение взрывчатых веществ. К административной ответственности с начала года привлекли уже 5. Чаще всего нарушители пытаются провести электрошокеры, телескопические дубинки, кастеты и боеприпасы. Иногда к провозке привлекают незнакомцев, которые перевозят посылки без проверки содержимого. Правоохранительные органы напомнили, что те, кто добровольно сдают боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Мы призываем авиапассажиров не принимать от незнакомых людей посылки, которых содержимое им неизвестно, потому что ответственность несут сами пассажиры.